И снова, друзья, приветствую вас на нашем канале «Вокруг водоемов». Итак, друзья, наверняка вы обратили внимание, что же я там присматриваюсь, что же я смотрю на водичку. А я, друзья, ищу плотвичку. Да, стайку плотвичек, красноперок, верховодок. Вот. Для чего это? Ну, во-первых, для того, чтобы поймать живца. Ну, а второе, для того, чтобы обнаружить, где же наш хищник. Мы прекрасно должны понимать, там, где стайка мирной рыбки, там и рядом хищник. И судак, и окунь, и щука. Допустим, если же стайка плотвички меняет место дислокации, там, где там поживиться или отогреться, соответственно, хищник следом за этой стайкой. Итак, друзья, эту стаечку небольшую мы обнаружили. Вот, сейчас мы поймаем живца, постараемся поймать. Ну и, соответственно, будем ловить щучку. На что мы будем ловить живца? А ловить мы его будем на поплавочную удочку. Вот у меня поплавочная удочка 5-метровая. Также я взял с собой на всякий случай удилище с боковым кивком и мормышкой. Да, кстати, друзья, одна из подписчиц, Виктория, попросила сделать видео монтаж данной оснастки, удилища с боковым кивком и мормышкой. Как оно детально это все делается, я обязательно, друзья, это сделаю. Вот, мне только это за радость, что я в этом вам помогу. Так что, если есть вопросы, друзья, спрашивайте. Так я могу анализировать, что вам нужно, что вам интересно и так далее. Ну а на хищника, друзья, вот такие у меня спиннинги. Ничего здесь, друзья, сложного нету. Все простенько. Видите, какой поплавочек. Этот поплавок использует на толстолоба. Ну, мы будем использовать на щуку его. Значит, основная идет у нас мононить. Стопорочки здесь у меня. Свинец. Поводок с капроновой нитки. Вот. И крючок десятка. То же самое, друзья, и на втором спиннинге на хищника. То есть у нас будет два спиннинга на хищника.
Так, друзья, есть, и что-то есть. Опа! Попалося, что-то попалося. Есть, друзья. Не прошло и 10 минут. Ой-ой-ой-ой-ой. Попалась, которая кусалась. Щипачок. Оп. Вот, друзья, первая есть. Маленькая. Так, ну что, загадываем желание и отпускаем. Пусть растет. Так, ну я загадываю желание. Все, загадал. Так, друзья, первую поймали маленькую, отпустили. Будем ждать, надеяться на то, что что-то более серьезнее попадется. Друзья, поймали небольшую, полкилограммчика нету. Будем отпускать. Ну, блин, сейчас надо мне хоть распутаться. Вторую запутал. Срочно вторую надо перезабросить, чтобы не простаивала. Да, где же большая щучка? Ждем большую щучку. Так, друзья. Вторую с большим поплавком я забросил туда заливчик. Видите, какой там небольшой заливчик. Ну, а ту, на которую вытащили щучку, туда же и бросаем. Не меняя место дислокации, скорее всего, друзья, это мои догадки, у щуки есть свои места. Места для охоты. Еще я думаю, что там проходят небольшие косячки мелкой рыбки. Вот мы и стараемся бросать в те места. Еще такая проблемка, друзья. Экшн-камера, та, которая на груди, она очень быстро садится. Сейчас уже холодно стало. Плюс 2, плюс 3. Вот. И она очень быстро садится, так что не все моменты получается и могу заснять. Надо горячего чайку выпить. Холодает все же. Я уже тепленькие штаны надел. Теплые такие, немножко ватные. Зато тепло. Ага, иди сюда. Блин, ё-моё. Ай, сошла, не дал полностью захватить. А ну, наш живец живой. Так,
так новенького посыпем. Капец, она только взяла. Так, поменяем живца. Только взяла, я сразу же. Поспешил. Да, обидно. Так, друзья, буду я собираться. Уже солнышко село, еще больше начало холодать. А мы сейчас и посмотрим, сколько градусов. О-о-о, ноль, ноль. Ноль. Так что будет еще холодать. Щучка уже перестала брать. Так что... будем собираться. Ну что, друзья, спасибо вам за внимание. Спасибо за ваши лайки. Еще могу сказать, рыбалка только начинается. И самое интересное будет только впереди. Так что обязательно подпишитесь на наш YouTube канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе о новых наших видео. Все, друзья, в рыбалке вам ни хвоста, ни чешуи. Всем пока.